Мы сегодня столько много говорили о музыке, о кнопочках баянных, о песнях, даже о музыкальной школе. Но я не могу вас не отпустить, чтобы вы нам что-то не сыграли и не спели. Тем более вы с Ларбы ехали с баяном, вы его везли. Что-нибудь сыграйте нам и спойте, пожалуйста. Хорошо, хорошо. У вас есть песня, которую вы сами написали, кстати, Андрей. Она такая душевная. Вам подсказали уже, да? Да, подсказали. Вот ее, пожалуйста. Да. Есть песня, это почему я написал ее, скажем так, когда я уезжал сюда на БАМ, я представил от родителей на поезде, я представил себе все это, когда я уезжал, ситуация вот эта на вокзале, и когда я только приехал на БАМ сюда, в поселок Ларбу, я сразу сочинил песню эту, написал музыка, вот, поэтому это, то есть это все не выдумка, это ваша жизнь, да, все моими глазами, все, что вы прожили, моими глазами происходящее, когда родители меня отправляли сюда на БАМ. Здравствуй, старичок, ты мой седоволосый, а помнишь, как меня ты провожал? Ты на перроне, мать, роняла слезы, а ты стоял все время, лишь молчал. Как и поезд увидал, в котором я уеду, и слез своих сдержать уже не смог. И тихо прошептал, а нам будет одиноко, но ничего мы выдержим, сынок. И мать меня обняла, сильнее зарыдала. Ну что ты, дорогая, перестань. Ведь годы пролетят, и снова я приеду, и все вас увидят, и я буду рад. Здравствуй, старичок, ты мой седоволосый, а помнишь, как меня ты провожал? И на перроне, мать, роняла слезы, а ты стоял все время, лишь молчал.